вечер, дорогие зрители и слушатели. Меня зовут Владимир Головухов, я художественный руководитель группы «Первое солнце», которая сегодня выступит. И, в общем, на самом деле, я понимаю, что наступают сейчас интересные времена, когда публика предпочитает медитировать в уединении в своих квартирах. Вот, поэтому мы относимся к этому совершенно нормально, с пониманием. И сегодняшний концерт я хотел бы просто посвятить такой эмоции, как радость. Радость. Если помните, Гайд, когда вставал утром, одевал тапочки, и первое, что он делал, он просил Бога о радости. И только после этого начинал творить. И если у него не получалось что-то, он просил опять: дай мне только радости. Так что радость – это то, что зависит только от нас, ну и, конечно же, от Бога. Итак, не будем останавливать поток концерта. И я хотел бы пригласить музыкантов, которые сегодня побалуют вас необычными звуками, необычными композициями. Я приглашаю на сцену Сергея Урюпина, гитара. Алексея Соколова, аккордеон. Дениса Шушкова, контрабас. Петра Ившина, ударные инструменты. И Дарью Лобать, виолончель и бокал. Михаил Басов, труба. Да. И Дарья Лобать, виолончель и бокал. Thank you.
сейчас существует некоторая такая универсальная формула искусства. Это единство и борьба противоположностей, светотени. Вот на самом деле уникальная возможность у слушателей сегодня увидеть очень необычное явление. На сцене перед вами 7 музыкантов, разные инструменты, из разных даже культур музыкальных. И у каждого, знаете, как вот механизм, как часики, своя функция, своя какая-то интересная линия, своя роль. Казалось бы, ну а что в этом такого особенного интересного? А дело в том, что, ну я вынужден об этом говорить, что наши уши замыливаются. Мы привыкли слушать только вокалистов. И поэтому для нас самое главное – это только вокальная партия, которая идет наверху, а что там происходит внизу – это не столь важно. И вот сегодня у вас есть возможность посмотреть как бы на такой часовой механизм, из чего состоит музыка, из каких-то взаимных уступок, наступлений. И вот следующая пьеса называется «Удача». Обратите внимание, как здесь чередуются всевозможные приемы. И гармонические, и мелодические, и ритмические. Почему я прошу вас об этом? Да потому что это гораздо интереснее, чем следить за бесконечными, ужасными новостями в Фейсбуке. «Удача» – так называется следующая композиция. Thank you.
сейчас мы с вами совершим маленькое увлекательное путешествие. Дело в том, что в свое время не было такого понятия, как композитор. Потому что человек в 16-17 веке должен уметь было все, что угодно делать. Да, и заниматься алхимией, и лечить, и рисовать, и разбираться в архитектуре, конечно же, в музыке. Таких людей было не очень много, но тем не менее они были. Поэтому музыка, чем раньше мы оборачиваемся туда, за барокко, в ренессанс, тем более интересного, свежего, непостижимого, как это приходило людям в голову. И когда бы не был жив человек, всегда присутствуют две основные идеи, две основные эмоции. Это страх смерти и радость жизни, и вера. И следующая композиция, она как бы олицетворяет собой вот эти две основные эмоции. Это тревоги, потому что нам не хочется жить плохо или вообще не жить. И надежда. Надежда на то, что мы все-таки... Впрочем, вы сами сейчас все услышите. Тревоги и надежды. Thank you.
Сейчас вы услышите весьма тоже необычную пьесу, а она имеет свой маленький секрет, свой скрытый код. И я попробую вам сейчас дать ключик от него. Большинство из присутствующих, включая меня, когда-то были маленькие и, наверное, много читали. Ну, читали, конечно же, всякую книгу, не только по школьной программе, но что-то для своего собственного воображения. Конечно же, хотелось быть каким-нибудь героем или мушкетером, или флибустьером, ну, на худой конец, участником каких-нибудь межзвездных галактических экспедиций. Да, да. Вот. И не мудрено, что наше внутреннее мировоззрение в детстве, во всяком случае, конечно же, рисовало нашу жизнь, это как путь к какому-то идеалу, каким-то стремлениям, служению и прочее. А время проходило время, и мы понимали, что чтобы жить, чтобы выжить, нужно как-то меньше мечтать и больше работать. И многие в этом преуспели, но потеряли что-то другое. Так вот, эта пьеса о том, что вот иногда, сидя в свободное время, хочется ведь в нашем уже даже возрасте услышать эти звонкие копытца. Вы даже услышите систему копыт таких, вот знаете, как на Ратушной площади в средневековом городе. Да, вот такие копытца, какие-то вот воспоминания какие-то о том, что вот как это в детстве, как ты путешествовал по этим мирам, сидя в своей комнатке, под пледом где-то вот читал эти книжки, и казалось, что вся история, весь мир, все герои были твои друзья, и ты боролся со всеми, и всегда выигрывал и побеждал. «В поход» – так называется следующая композиция. Thank you.
я недавно с Сережей, Сергеем Сергеевичем Урёбиным, мы сидели с ним в полицейской столовой. Он ел котлеты, по-моему. Я сейчас не помню, я потом узнаю, скажу. Вот. А я хоть... приглашали на день чекиста выступать. Что? Да-да, это другая. Мы обязательно интересно это обсудим. Но, и вы понимаете, и Сережа сказал, я много очень ездю сейчас с разными проектами, надо зарабатывать как-то. Но я куда ни приезжаю, какой город, такое ощущение, что одна сплошная картинка. Это вот очень грустное впечатление производят города. Многие города, они какие-то очень мрачные, они как будто не созданы для жизни, они созданы для того, чтобы трудиться в поте лица и умереть за какие-то идеалы. Это обескураживает немножко. И я пытался ему возразить, тем более, что, в общем-то, я уже был сыт и мог более быть добродушным. Но не нашелся, что ответить. И действительно, вы знаете, мало городов, которые заботятся о своих жителях в плане эстетики. Остается природа. Остается природа. Удивительная, удивительная наша красивая природа. И вот следующая пьеса посвящена именно спасительной, животворящей, спасающей нас от всех невзгод. Спасающим нас. Какая природа. Ну вот, видите, две версии. Одна, значит, версия, что эта пьеса посвящается синим камню и природе, а другая, что это, вот, в общем-то, гимн чекистам за то, что они вовремя все успели. Да. Ну, каждый может для себя выбрать, у кого какие ассоциации это вызовет. Да. Ну, а мы, тем не менее, сыграем так, как мы считаем это нужно. Господа, готовы? Thank you.
рубашке и слышишь какой-то женский смех в кустиках. И думаешь, боже мой, а почему меня там нет? Как же так бывает, интересно. И, там просто темп 120 услышал, хотя он должен быть 100. И по поводу парков. Безусловно, следующая пьеса рождает ассоциации с какой-то вот с приятным уголком. С приятным уголком, где можно провести время с товарищами, с дамой, с детьми. Ну, или просто в одиночестве, поиграть в шахматы, сам послушать приемничек какой-то. Вот такая зарисовка сейчас будет, называется она «В беседке». Это как бы такой срез, знаете, ну, может быть, 60-х, 50-х годов, не знаю, но у каждого своя ассоциация. Но, тем не менее, да, культурный отдых трудящих. Thank you.
Любовную тематику, мы с вами послушаем пьесу, которая исполнена томления, страдания, нерешенных вопросов и, конечно, готовых ответов, которые всегда есть, безусловно, у тещи. Итак, «Кон Фуока» – достаточно новая пьеса в нашем репертуаре. Thank you.
сталкивались с тем, может быть, вы ездили в командировку, хотя сейчас трудно себе представить работу, в которую посылают командировку, но, может быть, вы вспоминаете свое детство, опять же, счастливое детство. Путешествия в поезде, в купе, хорошо, если знакомые люди, а если не очень знакомые, да? И вот начинаются какие-то разговоры, приятные, потому что ехать далеко, и вообще дорога, это такое наслаждение, куда-то уезжать, менять дислокацию свою, вперед к чему-то, этот запах этих шпал, снующие какие-то люди, переодевающиеся, почему-то хотящие обязательно в туалет в то самое время, когда ты именно туда хочешь. И потом эти сверточки какие-то с собой, там какая-то курочка, что-то еще. И такой очень милый, очень прекрасный, тебе разговаривают, друг друга не слушают. Короче говоря, приятное времяпрепровождение в поезде. Вообще все. Но понимаете, вот они. А если не люди? Интересно, конечно. Понимаете, вот бывают люди. На остановках. А бывает просто. Женщин. Давай про мужчин уже, я не могу больше про этих женщин.
дорогие друзья, я с удовольствием представлю еще раз своих друзей, участников коллектива «Первое солнце». Итак, акустическая гитара. Сергей Сергеевич Урюпин. Труба. Космос. Володечка, желаем тебе много сил, чтобы творить, чтобы быть, чтобы любить, несмотря ни на что, нас, этот странный мир, и себя, Володечка, несмотря ни на что. В общем, мы тебя очень все любим, несмотря ни на что. С днем рождения тебя! Спасибо. Thank you.
поле солнца. Удивительным тортом. Приглашаю всех.